вы уже, наверное, знаете, в России движение ГТО набирает обороты. И вожатский отряд БИТ принимает эстафету, студенты Вовы, ну не та эстафета! Итак, мы вожатский отряд БИТ, и мы принимаем эстафету студента ГТО. Сегодня мы пробежим 100-метровку. По свежему асфальту. Ну, а для начала неплохо бы размяться. Внимание! Ну что ж, мы сдали норматив ГТО на шоколадную медальку. Но мы хотя бы готовимся к ГТО! Ами! Вожатский отряд БИТ выполнил нормативы ГТО. И мы передаем эстафету дальше. А кому мы ее передаем, скажет нам Володя. А мы передаем эстафету Юлии Дмитриевне Мулюкиной НИУ МИЭД, доновскому движению МИЭД, детской организации «Зеленая волна» и вожатским отрядам детского движения Москвы, Северного и Центрального округов. Пока! Это месть, Вова! Это месть!